Здравствуйте! Сегодня я буду готовить скумбрию, запеченную овощами. Очень вкусную. Оставайтесь со мной и пошлите готовить. Для приготовления скумбрии мне понадобится скумбрия, нечищенная. Необходимо будет ее распотрошить, но потрошить мы будем со стороны позвоночника. Первым делом необходимо удалить жабры. Для этого делаю такой вот надрез и убираю их. Так. И со второй стороны то же самое. С головой разобрались. Теперь делаем надрез на позвоночнике. Вот. Немножко, буквально 2 сантиметра от головы отступаете и делаете надрез. Так. И ближе к хвосту тоже надрезик. Теперь необходимо вдоль позвоночника сделать надрез вдоль хребта. Вот так вот. И с другой стороны, чтобы убрать хребет. И теперь аккуратненько надрезаем этот хребет и удаляем его. Получается такая, как подушечка. Вытаскиваем внутренности. Рыба внутри должна быть полностью чистая, без внутренности, без пленочек, без всего. Эту черную пленочку, которая находится в животе у скумбрии, тоже ее счищаете, удаляете. Это лишняя горечь, она не нужна. Теперь необходимо скумбрию вымыть. Когда вы вымоете скумбрию, ее необходимо замариновать. Посолить и поперчить. Для маринада я использую 2 зубчика чеснока и буквально 1 столовая ложка растительного масла. Сперва я рыбу посолю изнутри. Поперчу черным обычным молотым перцем. Снаружи тоже посолю и поперчу. Теперь беру маринад из чеснока и растительного масла и натираю скумбрию со всех сторон. Чеснока немножко можно положить в жабры. Если у вас внутрь попадет чеснок, ничего страшного. Сверху я немножко полью лимонным соком и внутрь. Он добавит кислинку. Фаршировать рыбку я буду жареным луком, жареной морковкой и шампиньонами. Я все это заранее пожарила. Сюда я добавлю ложку хорошую майонеза. Перемешаю. Добавлю немножко сыра именно в начинку. Все это перемешаю.
перемешаю вместе. И вот этой смесью буду начинять скумбрию. Плотненько, хорошо утрамбовываете. Рыбка успешно перекочевала на противень. И чтобы она во время выпекания не перевернулась, я под фольгу немножко положу еще фольги. Если у вас рыбка стоит устойчивая, этого делать не обязательно. Вот так вот. И поверх начинки посыплю сыром. Чтобы он хорошо запечатал начинку, чтобы ничего не вытекло. Скумбрия готова для запекания. Теперь я отправляю ее в духовку, заранее разогретую до 180 градусов. На 25-30 минут. Скумбрия готовилась у меня 30 минут в духовке при 180 градусах. Она готова к подаче. Осталось только переложить ее на сервировочную тарелку и украсить. Скумбрия готова. Смотрите, какая она красивая и нарядная получилась. Украшение любого стола. Приятного аппетита и до скорых встреч. Пока-пока.